За что сейчас задержан? За разбойное нападение. А где это произошло и когда? Город Гусиноозерск. Дом не помню. Ломбард. Когда это произошло? Произошло это, наверное, дней 5-6 назад. Приехал на такси. Вылез в соседнем здании. Ну, в соседнем доме. Оттуда вышел и пешком пришел туда. До ломбарда. Зашел, просто вытащил пистолет и сказал, деньги, золото. У меня не удалось, как они закрыли окошко. Она окошко закрыла, я вышел и ушел. Вину свою признаешь? Да, полностью.